Скажите, пожалуйста, какой типаж мужчин вам нравится? Даже не знаю. Ну, чтобы был выше меня. Наверное, с темным оттенком волос. Такого телосложения и не худощавый, и не толстый. Такой в теле, чтобы был. Вот такого типажа, наверное. Скажите, а Владимир Путин – это ваш типаж? Я не хочу на эту тему говорить. Скажите, пожалуйста, какой типаж мужчин вам нравится? А вариант ответа? Ну, вы можете любой назвать, который вам нравится. Честные, добрые, умные, с чувством юмора. А вам? Буду солидарна. А внешние качества? Внешние качества не так важны. Вот, например, Владимир Путин – это ваш типаж? Мне помоложе нравится. Скажите, пожалуйста, какой типаж мужчин вам нравится? Мужчины серьезные нравятся, деловые. А вам? А мне, чтобы был большой и с красивой бородой. Владимир Путин вам нравится? Это ваш типаж? Очень нравится. Я из Беларуси, у нас свой президент, но ваш президент нам нравится очень. Да. Мой. А вам? Мне нравится он как президент, а не как типаж мужчины. Я рассматриваю как руководителя государства. Это само собой. А чисто внешне? Чисто внешне, хорошенький. Какой типаж мужчин вам нравится? Типаж? Высокий блондин. А вам? Высокий шатен. Скажите, а Владимир Путин – это ваш типаж? Как мужчина? Ну, хотя он и не, в принципе, не блондин и не высокий, но как мужчина он типаж. Он, мужское начало в нем есть. А вам? Ну, в принципе, то же самое. В нем есть ум, в нем есть харизма. Мужское начало, да, однозначно. Можно. Скажите, пожалуйста, какой типаж мужчин вам нравится? Добрый. А чисто внешне? Чисто внешне? Высокий брюнет с голубыми глазами. Скажите, а Владимир Путин – это ваш типаж? Нет. Не нравится, да? Нет. Мне не нравится ни один типаж мужчин. А Владимир Путин – это ваш типаж? Не мой, но он красивый. Он мне нравится, но хоть и не мой типаж. Он единственный? Да. Скажите, пожалуйста, какой типаж мужчин вам нравится? Я даже не знаю, вы просто в ступор меня поставили. Мужественных мужчин, вот как. А внешние качества? Внешние? Глаза должны быть добрыми. Скажите, Владимир Путин – это ваш типаж? Конечно, замечательный, но не в моем вкусе. У него добрые глаза? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Какой типаж мужчин вам нравится? Умные мужчины мне нравятся. А чисто внешне? Чисто внешне не принципиально. Ну, мужественные, брутальные, умные мужчины. Главное, ум мужчине. Владимир Путин – это ваш типаж? Ну, про Владимира Путина совершенно не хочется говорить. Какой типаж мужчин вам нравится? Ой, вот как вам нужно описать? Чисто внешние качества. Внешне? Высокие, кареглазые, брюнеты, большие. Вот. А вам? Я не сужу о людях по внешности. А я сужу. Скажите, Владимир Путин – это ваш типаж? Чисто внешне нет. А вам? Я даже не думала об этом. Не рассматривается. Ваш мужчина вам нравится? Высокий, черный, кучерявый. Даже затрудняюсь ответить. Сильный, преданный, добрый. Надежный. Добрый, надежный, да. Нежадный, веселый. Скажите, а Владимир Путин – это ваш типаж? Ну, это очень сложно. Это руководитель, поэтому… Нет, как мужчина нет. Нет. Как мужчина нет. Аналогично. Сейчас узнаете. Вы можете отвечать, как хотите. Скажите, пожалуйста, какой типаж мужчин вам нравится? О, нет, а зачем? Типаж мужчин вам нравится?
самом деле вообще не имеет значения. Типа... Внешние качества не имеют значения? Нет, практически нет. Скажите, а Владимир Путин — это ваш типаж? Совершенно нет. Да какой типаж мужчин вам нравится? Чисто внешние качества. У меня такой возраст, что я по внешним качествам не определяю, нравится. Либо нравится, либо не нравится. Скажите, а Владимир Путин — это ваш типаж? Нет, не наш типаж. Скажите, как вы считаете, почему 7 марта сделали выходным днем? Ну, чтобы приготовиться к 8 марта всем. А не лучше было сделать 8 и 9? Тогда можно было его отметить. Нет, не лучше. Тогда 7 мы работаем, и 8, и 9, и тогда к 8 некогда подготовиться. Ну, чтобы, наверное, мы успели приготовиться и наши мужчины к празднику. А не лучше было сделать 9? Думаю, что не лучше, потому что я родилась 8 марта. От вашей передачи есть подарочек в студию? А его сделали выходным днем? Да, это красный день календаря, несмотря на то, что это понедельник. Перенесли какой-то другой выходной, по-моему, ну, не буду врать. Не знаю, надо подготовиться 7 марта. Ну, зато если бы был 9 марта, да, можно было бы отметить. Ну, почему? Можно уже начинать с субботы отмечать. 4 дня выходных. Ну, день тяжелый, решили дать мужчинам подготовиться к празднику. А почему не 9? Ну, жаль, конечно, что еще не 9. Почему 7 марта сделали праздничным днем, выходным? Ну, так, а это у нас получается понедельник? Перенесли с каких-то других выходных, наверное. А почему именно 7, а не 9? Чтобы нам продлить выходные, чтобы они были большими и запоминающимися. Ну, а если был 9 выходной, тогда можно 8 отметить. Что хотите от меня услышать? Вы считаете, почему 7 марта сделали выходным днем? Ну, чтобы девушки смогли вовремя отдохнуть, хорошо отспаться и хорошо выглядеть 8-го. Потому что с январских праздников перенесли один день. А не лучше было 9-е сделать? Я думаю, что нет. Лучше вообще отменить 8-е и 7-е, ну, поскольку лишние 2 дня выходных очень хорошо. Ну, Клара Цеткин, да, как бы сделала, внесла... Нет, праздник 8 марта, а 7 зачем выходной? Ну, а почему бы и нет? А почему не 9? Ну, а зачем 9? На работу пора. Ну, дело в том, что здесь календарные дни как бы совпадают, я так понимаю, поэтому и 7. Я вообще не совсем люблю этот праздник. Я считаю, что женщину нужно любить в любое время года. Чтобы мужчины смогли как следует подготовиться к 8 марта. Да, и поздравить своих женщин. 7? Сегодня же воскресенье, поэтому, может, праздничный день? Нет? Ну вот 7 это будет понедельник. А, это завтра. Потому что мы что-то там не догуляли в этом, в новогодний, 3 января, перенесли на 7. Вот это... Не знаю. Ну, мне нравится, что уже есть выходные, а какого числа мне вообще как-то без разницы.